Добро пожаловать на канал Happy Player. Смотрим дальше игры на приставку 3DO. Сегодня на обзоре игра Another World. Посмотрим игрушку. Сюжет не буду вникать, потому что мне лень. Так, играем мы за какого-то человечка, который попал непонятно куда, непонятно из-за чего и тому прочее. На Сеге, по-моему, тоже в эту игру играл. Ой, блин, перепутал кнопку, ну ладно. Все, до свидания. Да ё-моё, я даже не успел нажать. Что там, вверх надо нажать? Да, вверх. Я набежал. Так, на кнопку A удар. На B прыжок. На C, скорее всего, будет ускорение, что ли, или нет? Ой-ой-ой, на кнопку. Да ё-моё, я ж даже не успел заметить. И только еще с управлением разбираюсь. Говоря, по управлению зажимаем кнопку A и передвигаемся, ну, вправо, тогда наш персонаж бегает. На кнопку B прыжок. О, блин, а тут я его даже и не заметил сразу. Гад, этот спрятался. Ну быстрее ты ползи. Так, погнали аккуратненько. Ой, кто ты такой? Убегаем отсюда, убегаем. Я не знаю, куда успею убежать или нет, но нет, не успел убежать. Куда я делся? Я вот не врубаюсь, куда мне нужно было бежать. Ладно, немножко поиграл в эту игру. Я играл в нее раньше. Игра прикольная, но опять же, очень много времени займет для обучения в этой игре и прохождения. Всем пока.